Сезон благоустройства подходит к своему завершению. В этом году силами городской администрации и подрядных организаций было благоустроено 45 дворовых территорий и 9 зеленых зон. Что следует отремонтировать в следующем году, рассказали жители города Ульяновска. У нас там частный сектор, но у нас рядом парк нефтяников. Там, в общем-то, практически ни лавочек, ни хороших детских комплексов тоже нет, чтобы поиграть. В основном выгул собак. Пусть посмотрят, что происходит вообще со старым, со свежим. Это начинают путепроводы и дальше. Там погибель, там каждый день погибель людей в темноте, транспорта в темноте. Хотя дорогу сделали, но проблема не решена. Слушайте, не могу сказать, но если будет тенденция продолжаться в том же духе, то тоже очень неплохо, когда выходишь по благоустроенный двор. Мне кажется, вот все-таки вот эти вот парки, вот здесь вот скверы, все надо отремонтировать, потому что оно уже все пришло в упадок. Я живу тут в центре, недалеко, и мы со своей семьей очень любим гулять в парке Дружбы народов. А конкретно вот, то есть прогулка заключается в том, что дойти вниз до Волги. И на самом деле он находится в очень плачевном состоянии, и мне кажется, это была бы какая-то острая необходимость именно его отреставрировать. И еще мне очень хочется, чтобы в Ульяновске было достаточное количество урн. Вообще, когда хочешь выкинуть мусор не куда-то, куда не надо, хочется, чтобы была урна. Вот. И, конечно, по возможности, чтобы это были урны, которые для раздельного сбора мусора. Потому что вот я, например, накопила специально стекло, и куда мне его теперь?